Хей, йога, с вами Жмики, и мы продолжаем проходить игру по названию Фейз. Так, возобновляем игру и поехали. Да, и понятно, что я все снимаю залпом, всю игру залпом. Если успею, то, скорее всего, полностью ее пройду. Но это не суть. Потому что тут слишком много головоломок. Головоломок. Ага, она в постоянном действии, когда мы на ней стоим. Хорошо, и она нам еще... А, нет, показалось, что дает буст к прыжку. Так, хорошо. Добро, нам здесь нужен ключ. Как бы то ни было, нам нужен ключ. Но я заранее смотрю, чтобы ничего не пропустить, потому что золотые кубы нам нужно по-любому все собрать, чтобы пройти полностью игру. Для этого нам придется постараться. Ого. Вот ты говал. Вот это вот головоломка серьезная. Так. Ага. Есть. Вперед к вершинам. Видите, здесь получается нужно менять так. Поворачивать, чтобы понятно, куда было ехать. Готово. Двери, поехали. Так, нам нужно 3 золотых ключа, если я не ошибаюсь. Кажется, 3 золотых ключа. Так, здесь у нас ничего нету. Лестница. Здесь дверей нету. Кстати, а что ты крутишь? Для чего это дело, неважно. Оп. Хоп, готово. То есть она с этой стороны. Так, по идее, сейчас должно все сработать. По идее, все сделаю, должно теперь сработать. Нет. Не работает так. Значит, 2 раза в эту сторону. Эх, ё-моё. Как так, ёлки-палки. Понимаете, дело в том, что я не понимаю, как бы я прыгаю и ровно, но... Как тогда мне так сделать? А давайте с этой стороны попытаемся. То есть все равно нет. Возьмем в бок.
А хотя, можно было намного легче сделать. Что я туплю? Точно, стоять. Раз. Два, все. Теперь мы вот так по платформам просто пропрыгаем в бок. А, я до них не напрыгиваю. А, нет, все. Оказывается, все нормально. Ой, кубик. Так, у меня еще есть один целый. Теперь у меня их 5. Пока что будем все, что у нас известно, все вот эти двери. Пока что так собирать. Потом пойдем открывать уже то, что неизвестно. Хорошо. Так, хорошо, бла-бла-бла. Угу. Готово. Нет. Тихо. Тихо-тихо-тихо. Слишком далеко. Как вы это представляете? Хотя да, допрыгнул нормально. Что за подстава? Это была подстава. Так, я еще целый портал нашел. И портал, и куб целый. Полетели. Блин, я теперь могу теперь как-то перемещаться хотя бы? Или нет? За водой нужно будет сходить. Так, добро. А где хотя бы был? Ага, я по низу был. Хорошо. Мне нужно все равно эта же дверь и попасть в ту же комнату. А, у нас там закрыто на ключ. Ага. А у нас ключа нету. Плохо. Ладно, тогда вот эту дверь, которая именно магазиновая, мы оставим. Так, ты у нас что? А, все ясно, до свидания. Двери с черной дырой мне не нужны. Так, поехали. Но дверь только одна, да? Да. Или нет? Нет. Так, я здесь. Возвращаемся, потому что мы это уже все исследовали. Значит, пойдем в ту дверь. А у нас и тут есть стоять. Давайте тогда в эту, а потом в верхнюю пойдем. Так, это у нас как раз туда, куда нам нужно. Это то, куда нам как раз и нужно. Так, у нас тут дверь. Здесь непонятный проход, и тут непонятные проходы. Поэтому поехали. Так, так. Почему я сюда могу наступить?
Хорошо, допустим. Наверху у нас Сукуба. Почему я за ним не пошел? Фиг его знает, да? Фиг его знает. Так, нужно посмотреть сразу по карте. Где я что? Где я что? Я здесь. Почему я мельницу, подожди, не смог открыть? Почему на золотой я не смог открыть? Хорошо, у нас два прохода. Один я ходил. Но там портал и еще какой-то проход, куда я не смог попасть. Почему? Почему я туда не смог попасть? Их его знает, ладно. Типа, ладно, вот один вход, да? А где еще проход? Типа, я вижу только один проход. Ну, тут показывают, что еще есть где-то. Может, на том острове? О, да. Да-да-да, там тоже есть проход. Сейчас мы в этот пойдем проход. Готово. А теперь смотрим. Все, здесь 4 кубика. Либо 4 кубика, либо там один цельный. Хорошо, я запрыгну на него, потом от него куда дальше. Ну блин. Нет, нет, живи. Живи. Нет, 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 не падаем. Ух, готово. Так, отлично. Ради одного куска. Серьезно. Ладно. Тогда окей. Ясно. Понятно. Ясно, понятно. А я думал, там что-то такое, что я не могу найти. Там будет 4 их, ага. 5. Не хотели? А пойдем выше. Так, это я сейчас здесь. Мы с вами открыли только... проход. Нажмись. Оп. Оп. Вот, видите, там что-то есть. Там что-то есть. Нет, типа зацепиться можно за любой. Это Anyway. А, так я могу и тебя крутить.
Так, вот это вот меня интересовало. Так, выше. Ой, умер. А вот и дверь. Здравствуйте. Здравствуйте, дверь. Ага, я думал, что не могу за тебя зацепиться. А я не смог за него зацепиться. Мне нужен двойной прыжок, либо что-то типа того. Не знаю, будет там, по идее, какие-то артефакты мне еще должны давать. Кстати, а снизу у нас ничего. Давай быстрее. Так, вижу лестницу. Дверька, поехали. Ясно, понятно. Это осколки кубов или это всего огромные куски кубов? А, это огромные куски кубов. Еще карты понимать бы вот эти. Так, а давайте я вот что посмотрю. Кстати, escape. Escape. Мне нужно на мельнице, но мне нужен ключ, чтобы сделать ее золотой. Хорошо. Сейчас отправляемся сюда и ищем проход вот эту локацию. Только я не понимаю, почему я не могу тут телепортироваться. Хотя мне там говорили, что можно как-то выбирать. Ну, именно сам вот этот куб. Так, хорошо. Так, мы были здесь, да? Напротив вот этого здания. И тут есть в конце еще одно. Вот оно. Ну, это просто домик. Это просто домик. Вот еще. А, нет, это тот же. Это тот же. Сейчас, если это тот проход, который мне нужен, как раз это то, что мне нужно. Да? Вон он аж как. Подождите, а как мне сюда тогда попасть? Мне сюда нужно. А, там дверь, я все равно не пройду. Ладно. Там все равно дверь. Ну хотя тут головоломки уже решенные, считаете. Ну где ты можешь прибыть? Так, я немного не понимаю в этом. Типа, здесь где-то сундук. Где? Где-то здесь сундук, но я его не вижу. Там нету. Тут тоже нету. В этом... О, вижу! Вон оно что? Вот оно что?
Стоять. Нет, стоять, нет, 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 нет. Мне нужны ниши. Это я вообще, да, вышел? Куда это вообще телепортировался? Это я сюда, да, перешел? Мне нужно здесь все еще пройти. Значит. Ну тут еще есть проход или нету? Нету, хорошо, все, значит. Ух ты ж, ё-моё. Же сложно. Как же все это дело сложно. Нужно было в воду прыгать. О, я еще вижу этот проход. Или это тот же проход? По идее, здесь еще есть потайной где-то проход. Меня вот интересует он. Это к маяку. Но здесь... Есть. Есть еще проход. Вот вы сюда. Но как туда попасть? И где этот вообще дверь? Она остается для меня загадкой. Эта херь мне остается все равно загадкой. Как бы есть и как бы нет такое. Хотя знаете, что это может быть? Сейчас посмотрю точно. Да, здесь ничего нету. Может, где-то в воде. Где-то там вдалеке в воде. Да, типа плыл пол жизни и приплыл никуда. Да, что непонятно, ладно. Все равно не понимаю. Я не понимаю, где там проход? Алло. Где вот отсюда там проход в бок? Или это отсюда проход туда? Нет, эта линия туда ведет. Так, а в маяке я был? ТП. ТПендо. Не двигаться. Я в маяке, да, и кажется, не был. Или был? Да не был. А я походу в верхней части маяка не был. Сейчас к нему туда залезем. Как? А вот как это будет, уже другая загадка. Как я вообще тогда туда залез? Как я вырили туда залез тогда? Блять, а как я туда серьезно залез?
Через это, да, я наверх оказался. Да, я через эту херь. Да. Да тут нету ж прохода, ну ничего ж нет. Ну, что за херь? Почему здесь какие-то проходы, которых я не вижу? Допустим, может здесь, да, вот быть? Или что? Это ж алтарь какой-то, или что? Не знаю, ладно. Не суть. Не суть, ладно, погнали тогда отсюда. Значит, мне серьезно нужны артефакты, чтобы иметь какие-то способности, чтобы идти туда или ну из пищи. Так, хорошо. Это у нас почти главная часть. Разделяющая еще на дохера частей. Так, закрытая дверь. Мы сейчас с вами поднимаемся, чтобы активировать портал. Узри портал. Выбери пункт назначения и нажми. А ничего, что здесь не... Ничего, появилось, прикиньте. Мне просто интересно, как это работает дело. Ага, хорошо. Держу в курсе. Держу в курсе. Значит, у нас есть две более такие небольшие и две большие, да, дверцы. Давайте тогда в эту пойдем. Ближе к порталу. Ух, там наверх лезть сколько. Так, эта часть разделяется еще на три. Одну маленькую, типа квартирку, и одна большая. Так, хорошо. Вот, какие-то камни. Ага. Твоего веса недостаточно, чтобы нажать на кнопку. Тебе нужно что-то потяжелее. Что-то вроде... О, я не знаю. Ящик? Да, вижу ящик, хорошо. Ладно, зайдем в дверь. Ага. Вот так оно работает. А вот отсюда только один будет проход и маленький. Вот это вот дверица, да? Это, походу, артефакт. Артефактик? Новая карта сокровищ. У меня ноль ключей. У меня сокровище... О, вот это уже опасное дело пошло. Бац, наверх. Хам. Почему я не могу тебя открыть? То, что здесь разломы. Самого низа.
Мне как-то нужно так залезть, чтобы залезть. Ага, и за что мне цепляться? Хорошо. Раз. Камень. Два камень. Так, автосохранение. Так, еще вижу камень. А, я что, не это, типа, не отобразился? Теперь отобразился. Так, у нас еще есть один целый, у нас теперь их 8. 8 целых кусочков. Ты нашел 8 кубов. Давай вернемся к тому месту с множеством дверей. Нет, мы должны еще найти максимум, что можем. Так, смотри, вот еще один большой куб. Ладненько. Разбежечка. Готов. Very big. Ну, поехали. Надеюсь, все, да? Мне интересно, я аж по идее, и это большой тоже круг, ну, куб собер, забрал, или это типа портал просто? Типа. Ну, неважно, сейчас посмотрим. Так, хорошо, мне теперь все равно туда возвращаться. Так, это в херне со всеми дверьми. Так, а это где мы, по сути, были? Последнее место. Я сундук вижу. Или то не сундук. Карта неудобно сделана, ладно. В принципе, уже время. Давайте, я думаю, на этом закончим. Сейчас поднимемся с вами немного. Да, только я не знаю, как мне ящик достать. Хотя, не знаю. Ладно, давайте, я думаю, на этом закончу. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.